делать? Медленно несете руку, она опаздывает, да, вы засовываете ее под мяч и делаете вот это вот. А если вы делаете быстро, вот можно сделать. Сейчас мы встаем, одна пара на одной стороне, вторая пара на другой стороне, держим мяч в одно касание. Постарайтесь друг другу делать максимум хороших передач. Хорошая передача у нас идет снизу вверх и падает сверху вниз перед нападающим игроком. Да? То есть у нас не так передача должна быть. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. И вы, в качестве нападающего, вы должны, в качестве нападающего должны готовиться и выходить под мяч. Давайте. Валерьевна. Валерьевна? Ой, я запомнила. Кто Валерьевна? Я. И я. Отлично. Алина Валерьевна, Светлана Валерьевна, давайте. Ноги заряжаем, быстрее доходим. Раньше мы, раньше, раньше. Да, локоть кросс, встаем, я раньше. Тебе сейчас пас. Ну и давай, по очереди. Ноги сгибаем. Ой-ой-ой, еще. Ноги сгибаем. Работаем ногами, давайте. Ой. Вверх, передачу, вверх, 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 и вперед, другой берите. Ноги сгибаем. Да, да, вот, вверх, я не поняла. Вперед. Быстрее, все быстрее делаем. Ногами быстрее, если неудобно, не бери. И держим, держим, держим мяч, пытаемся в защите достать. Лето, что это? Лет. Это... Не спрашивай. Ногами, ногами, ногами. Заходи, заходи, заходи. Заряжай ноги заранее. Какой-то... Я все сломалась. Не ломайся, ты нам нужна. Починилась? Наверное. Давай. Ноги заряжаем заранее, заранее, заранее. И в защите то же самое. Не... Что происходит, а? Не стойте на прямых ногах. Так, давайте. Не набрасывай высоко первый. Ты зачем так высоко набрасывай? Бей. Вот, бей, давай. Алё, ты здесь, ты здесь, ты вдвоём здесь стоишь. То же самое, все через меня. Да, вдруг передачи не делать, только мне делать. И нападайте в меня. Поехали. Всё, внизу, 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 внизу. Идём, 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 идём. Ходи, ходи. Низкая, да, атаки. Играем, играем. Ниже, стой, ниже, ниже. Вот как у тебя в ту сторону, у меня в эту сторону летит. Да. Стой, не смотрим на мяч. Да, мы не смотрим. Ай-яй-яй. Давай, стоп. Я. Не развернула.
Заходи. Быстрее, ногами, быстрее. Я думала, какой-то странный наброс. Давай теперь вдвоем. Свет, давай ты туда к Лере. Все через меня делать. Друг другу передачи не даем. Мне передачу, а падение, поехали. Уроки держим. Падение. Готовимся. Я не поняла, что я бы делала сейчас. Мы только атакуем, а Денис там дает хорошо. Не, я тоже атакую, да, все атакуют, но все через меня делают. Готовься. Давай. В прямых ногах не стоим. Падение. Вот здесь руки. Зачем тебе? Вот здесь. Давай, руки сразу. Готовь наверх. Давай. Вот. Да, Свет, нападение. Да, мяч. Алина. Понятно. В согнутых ногах. Не выпрямляем ноги в момент передачи. Под мяч опять. Я сломалась. Впереди мяч. Впереди. Сзади. Тебе не надо переходить мяч. На согнутых ногах передачи. Опять то же самое. Ты сначала выпрямляешь ноги. Да. Впереди мяч оставь. Впереди, не сзади. Впереди. Играем в защите. Ну, я почему-то делаю касание, вы стоите на согнутых, на прямых ногах. Вот. Вот, играем. Вот, да? Да, вот, давайте готовимся к низкое положение. Падение. Не залезай под мяч, хорошо? Это просто. Не, если удобно. Я. Руки раньше, опять. Да. На согнутых ногах. Впереди мяч. Впереди. Не залезайте под него. Первый раз говоришь, ни разу не слышала. Вот, молодец. Руку быстрее. Ты очень долго, вот отсюда очень долго достаешь руку. Быстрее. Готовимся. Ноги сгибаем. Падение. Давай. Кричите, если мяч. Это она. Это я. Не залезай под мяч. Перерыв, отдыхаем, пьем. Хорошо, кран запустил. Да. Кстати, знаешь, что в последнее время так хорошо, как делать? Ну, а, ну-ка.
Ну, я смогу раньше. Смотрите, как вы. Я уже, по-моему, грязнее песка. Либо мы привыкли уже. Да. Не, уже вроде горячий. Фу, меня опять это дыхание пониже сбило. Да, хороший кусочек. Так, сейчас. Делаем следующее. Одна пара на одной стороне, другая пара на другой стороне. Вводим мячи в игру. Четыре штуки, один и тот же игрок. Али, давай, ты начинаешь. Со своего подброса. Либо в прыжке, либо стоя. Я возьму здесь. Работайте в защите, желательно доводки перед собой, либо вверх, если сложный мяч. И до конца розыгрыш мы играем. Все розыгрыши до конца. Да-да-да, у тебя задача, забить мяч. Мы играем. Мяч на прыжке. Не-не, можешь в прыжке, но только из-за линии. Все из-за линии. Ну, по очереди, да? Вы до конца сейчас будете играть розыгрыш. Я, девочка. Попадай основание ближе к себе и закрывай кисть. Не-не-не. Так, просто меньше. Давай. И подальше. Да. И держи только. Еще держи. Только ты гуляешь. Только кисть закрой. Не продолжай движение вниз. Девочки. На левой ноге. Посади, подруга. Через мяч. Алин, через мяч. Ближе к тебе. Сейчас молодец, да? Ну, забилось все. Очень далеко, Лер. Ближе, еще ближе. Поехали, в защите играем. До конца. Переброс. Так, до конца. Давай. Можно еще. Давай, Надь, быстрее. А, давай еще один мяч. Надь, просто. Поехали, готовимся к переброску. Сейчас, если перелетит, сразу играем. Давай, Свет, пытайся. Нам нужна попытка достать все, мяч. Все, не все, стоим. Обратный мяч. Все, улетел. Давайте, поехали. Давай. Все, меняемся. Лера нападает с той стороны. Стой, на месте. Я катаюсь просто так. Я тут, да? И в глубине уже стоит. А, так, я думала. Поехали. Кистью попадаем по мячу, там защита у нас. Ниже. Готовимся. Движение. Дошла с ней на
знать, ты нападаешь оттуда, защитник. Сейчас давайте по поводу перемещения. Говорил вам много раз, вы стоите просто плоско, плоско на песке. Вам не с чего толкаться. Организм это чувствует, и он не толкается. Вы просто переносите ногу из одного положения в другое. Вам даже ускориться не с чего. Все, на мысках мы прикапываем на каждом шаге мысок и готовимся к отталкиванию. Вправо, влево, вперед, назад мы должны толкаться, а не просто ходить по песку. Давайте наклоняемся вперед, держим наклон, мыски прикопали. Прикопали мыски. Сначала движение ногами, Свет. Надо или делаю? Ногами сначала нужно сделать движение к мячу, а потом уже руками. Готовьте ноги. Бежим. Мыски прикопали. Стоим. Бежим. Все время на мысках. Стоп. Я для кого говорю? Еще раз. Вы должны прикопать мыски так, чтобы у вас пятка торчала вверх. Так. А не вот так. Наклон держим. Бегаем. Не прогибаемся. Все время наклон держим. Держим наклон. Круглая спина. Быстрее. Бежим. Раньше начинаем. Когда вы обрабатываете мяч внизу, вы делаете более-менее правильно. У вас сохраняется наклон, сохраняется спина круглая. Но как только вы начинаете мяч тащить вверх, у вас опять происходит вот это. Вы заваливаетесь назад и делаем вот такие вот шаги. У вас баланса нет, вы не в равновесном положении находитесь. Да? Поэтому вот сюда, не сюда, но не сюда. Не заваливайте плечевые суставы назад. Время держите их впереди. Хорошо. Ниже ждем. Хорошо, молодцы. Я не бежала, встала. Хорошо, дальше, ниже стой, реагируй раньше, платформу ставь подвинь. Дальше, Свет, дальше. Готовимся. Давай. Хорошо. Бежим. Проблема та же самая. То есть вы делаете движение по песку какое-то, выходите опять в плоское состояние стоп, оттолкнуться не с чего, и опять таскать мышцами ноги. Мы не отталкиваемся, да, мы таскаем мышцами ноги и все тело. Мышки прикапываем. Очень далеко, это аут. Я пытаюсь еще. Не в сторону делать, а назад. Сгибаем ноги. Сгибаем ноги. Так, кто у нас не попадал, Свет?